Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня у нас с вами вот такой вот обзор на таблетки для посудомоечной машины. У нас с вами мини, то есть они маленькие. Должны быть по 10 грамм, по всей видимости, и 60 штук. Так, давайте посмотрим поближе коробочку. Должны выглядеть вот так вот. Зеленый слой, белый и синий. Вот то, что тут написано. Кому интересно, нажмите стоп и прочитайте. Да, вот написано. 60 таблеток по 10 грамм и получается 600 грамм. Ну, коробочка такая, кстати, увесистая. Давайте ее откроем. Посмотрим. Ух ты! Такие они маленькие. Да, прям такие мини. Это, кстати, вот стандартная, другая. Ну да, то есть получается как раз половинка ее. Даже чуть больше половиночки. Даже она весит 10 грамм. Обалдеть. Так, и давайте взвесим, проверим. 10 грамм ровно, причем ровно 10 грамм, плюс еще, кстати, упаковка ведь. Так, а большая 21 грамм весит. Ну да, где-то ровно ее половинка. Тоже 10. Там, наверное, прям отмеряют. Выглядят, кстати, они бывают немножко по-разному. Здесь вот синяя прямо, а вот здесь вот с одной стороны зеленая, тут уже какая-то синенькая. Тут почти полностью зеленая. Вот они. Такие большие. Ну, пересчитывать, я думаю, мы не будем. Я надеюсь, что здесь 60 штук. Что нас не обманут. И теперь давайте мы с вами их сейчас проверим. Так, давайте возьмем любую. А, ну вот эта вот полностью вся зеленая. Кстати, да, тут вот что-то написано по-английски. Беречь от детей. Кушать нельзя. Кстати, очень ароматно пахнет она. Белый слой пошире немножечко, побольше. Такая она. Хорошенькая такая. Проверяем, как она вообще будет. Надеюсь, что они будут очень классные, хорошие, потому что я купила таких 3 пачки себе надолго, чтобы спокойно мыть посуду. Я их сейчас пересчитал, их оказалось даже 61 штука, представляете? Даже одну штучку еще положили лишнюю для русских людей. Довольно, кстати, хорошая пеночка. Посмотрите, пока она замолчала. Вон, прям голубенькая, прозрачненькая. Все хорошо там растворилось. Посуда уже прям идеально чистая. А еще времени ого-го. Так, ложечки, пожалуйста, смотрите, все блестят, тарелочка блестит, кружка вот эта вообще была грязная, никакого налета, ничего нету. Очень счастлива, что взяла именно эти таблетки. Так. Чисто. Так, сейчас стекло посмотрим. Чуть-чуть не досушилась. Да, такой чистой она была только в магазине в последнее время. Последний раз, вернее. Вот. Там тоже стекло. Все чисто. Это вот стакан. Такой
с этой стороны тарелочки. Все идеально чистые, были засохшие. Все отмыла, все почистила. Прямо умничка. Вот такой был у нас с вами обзор. Таблетки очень хорошие, мне очень понравились. У них хорошая очень пенка. Вот. И классные. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно. И всем пока-пока.